Всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. И сегодня я покажу вам свой заказ с сайта Карда. Делала я его уже давненько и успела все порядком так поносить. Стирались вещи тоже неоднократно, и я очень довольна тем, как они выглядят сейчас. То есть качество хорошее, ткани хорошие, ничего не изменилось, ничего не скаталось, не село. В общем, я безумно довольна. Есть у меня несколько платьев прямо любимых, прелюбимых. Вы могли их видеть даже в Инстаграм у меня постоянно. В общем, поехали, покажу вам все, что я заказывала. Первая вещь, она на мне, это кофточка из вареного шелка. У меня впервые вещи из такой ткани, и я очень-очень довольна. Я с удовольствием закажу себе еще платье из такой ткани, потому что носится отлично и очень приятная к телу. Она такая прямо гладенькая, шелковая, мягкая, и прикасаться одно удовольствие. В общем, очень понравилось. Нравится, кстати, расцветка. Почему я заказала эту кофточку? Потому что мне в последнее время очень нравятся такие нежные оттенки, голубые, розовые, и мне кажется, что она прям очень к лицу. Заказала себе бархатное платье очень красивого зеленого цвета. Это бархат несравнимый ни с какими китайскими бархатными платьями. Очень плотный, добротный, красивый. Действительно классно облегает фигуру, выигрышно подчеркивает ее. В общем, на такую, на прохладную погоду носила я ранней весной. Очень нравится. Еще сейчас тоже успею поносить, когда будет прохладно. Понравился и оттенок, и качество платья. В общем, все очень красиво, уже стирала его, и выглядит оно как новенькое. Следующее платье — это вообще мой must-have, и в нем вы могли меня видеть очень часто на фотографиях. Я была в нем в Париже, и оно действительно меня выручило, потому что это платье можно носить и с кроссовками, и с каблуками, и будет оно выглядеть абсолютно по-разному. В общем, такое универсальное и в пир, и в мир, очень приятное к телу. Вроде бы обычное платье, но на самом деле здесь неровные концы, и за счет этого, вот за счет такой вот асимметрии, оно смотрится очень интересно. Тоже красиво садится на фигуру. Стирала я его уже, наверное, раз 6. Выглядит как новенькое. Это самое мое любимое платье на сегодняшний день. И вот, девчонки, обратите внимание, потому что оно просто супер. Еще одно платье, которое на сегодняшний день является моим любимым, это вот такое вот красивое, нежное, бежевое платье. Оно выглядит как будто блузка с сарафаном, но это вот цельное такое платье. Каждый раз, когда я надеваю это платье, я получаю кучу комплиментов, потому что оно очень освежает, оно светлое, такое нежное, и получается очень нежный образ с белыми лодочками, с белыми туфельками на каблуке. Смотрится просто обалденно. И, кстати, я его также надевала с такими мокасинчиками розовыми, тоже смотрится супер. Тоже можно по-разному его интерпретировать, и как smart casual, и как деловой стиль. В общем, такое универсальное платье, тоже очень довольна качеством. Заказ я делала, когда еще было довольно холодно, и брала себе вот такое вот платье. Хотелось мне каких-то оттенков, и я взяла синее. Мне кажется, что тоже не идет. Согревало оно меня в холодную погоду, потому что оно здесь идет вот с таким вот начесиком. В общем, очень-очень теплое, есть карманы и интересный крой у него. Так что тоже хорошего качества, поносила с удовольствием. Еще одна вещь синего цвета — это жилетка. Буду ее сейчас с удовольствием носить, потому что как раз уже потеплело, и можно на любое платьице, на блузку, с джинсами комбинировать с разными вещами. Здесь есть карман, она не застегивается, и она теплая. В общем, очень классная жилетка как раз вот на весну. Вещь, с которой я промахнулась в размере, но могу вам точно рекомендовать, если вы маленькая, худенькая девочка, обратите внимание, потому что очень качественная, классная, стильная платье-рубашка. Мне понравился вот необычный дизайн. Здесь она вот так с запахом застегивается, как будто здесь
такой передничек дополнительный. Здесь вот идут заклепки. В общем, очень классная. Катюша его, кстати, носила. А я, к сожалению, в него не помещаюсь здесь в груди. Но качество обалденное. Если вы ищете что-то такое вот нарядное, то это платье смотрится просто супер. Его можно, кстати, носить и как полноценный наряд, а можно носить с джинсами и с леггинсами, с черными брюками. В общем, комбинировать как угодно. Тоже очень классно. Классная вещь, могу рекомендовать. Это был весь мой заказ. Напишите в комментариях, какой наряд вам понравился больше всего. И мы увидимся с вами в следующих видео. Не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Всем пока-пока!